Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня я буду делать часы. И для этого мне понадобится вот такая заготовка. Акриловые краски. Бронзовая патина. Финишная шпаклевка, которую я буду делать непосредственно сам рисунок. Роспись будем делать шпаклевкой. И универсальный контур белый. А также акриловый лак для финишного покрытия работы. И колеры для получения различных цветов. А как я все это буду делать, вы сейчас увидите. И выглядеть они будут вот так. Кому интересно, оставайтесь со мной до конца видео. Ну что, начинаем.
Вот и подошел к концу наш мастер-класс. Вот такие часы получились. Оценивайте работу. Кому нравится, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. До новых встреч!